В сознании множества людей подсыпан яд. Прогресс научный смешан с темными веками. Теперь тюремный грузовик с еретиками и рынок в храме никого не удивят. Свободу слова лучше сразу позабудь. Инакомыслие карается свирепо. Тебе дубинкой объяснят про дух и скрепы, а после вновь помогут встать на лучший путь. Теперь запоминай скорее наш закон. Страной управит император Санцеликий, а рядом с ним владыка храма наш великий. Молись на них и чти святой канон. Отныне дважды два равняются пяти. От сердца к небу я молитву воссылаю. Не надо ни успокоения, ни рая. Господь, взрывай, нас не получится спасти.